Магомед, как ты оценишь сегодняшнюю игру твоей команды? Я думаю, все выложились по полной и бились. И я думаю, что результат тот, который должен был. Ну, конечно, мы там упустили пару моментов в первом тайме и во втором, но «Спартак» тоже очень хорошая команда, играет в пас. Честно говоря, тяжело было против них играть, так как у них школа очень хорошая. Но опять-таки повторяю то, что благодаря нашим ребятам, полностью всей команды, которую я вот в руках держу, это заслуга полностью всей команды, которую мы сегодня проводили этот матч. Ты был назван сегодня лучшим игроком матча и получил статуэтку. Что ты можешь об этом сказать? Как ты заслужил этого? Я думаю, опять-таки, повторяю, заслужила вся команда. Но хотелось бы еще и выделить, которые мне сегодня игроки понравились, Ибрагим Гаджиев Анвар и Юра Удунян. Я считаю, они тоже очень достойно выступили. Но опять-таки, вся команда. Если кто-то из них выпал бы, и один человек из всей обоймы, то этого приза, я думаю, что не было бы. У меня в руках.